Вот вход в музей Ватикана. Вот эта стена. А вот очередь. Вот очередь. Сейчас попробую всю снять. Это все очередь. Сегодня бесплатный вход, последнее воскресенье месяца. Вход самый удобный — дойти от метро Ципра, если не ошибаюсь. Вот там дальше по улице. Вот вся эта очередь. Говорят, быстро движется. Проверим. По крайней мере, она целый круг очередь не делает, потому что конец уходит туда, начало там, конца оборота не видно. Сегодня население Ватикана несколько раз увеличится. Сейчас поверну за угол, и будет сюрприз, насколько еще далеко эта очередь уходит. Даже любопытно. Ходит она вон туда. Все равно нужно стоять в кассе, чтобы взять даже бесплатный билет. Касса сегодня работает 12:30. Да, далековато. Похоже, что все-таки круг, наверное, можно будет набрать этой очередью. Кто последний Ватикан? Сейчас, наверное, надо эту фразу по-итальянски выучить.
есть какая-то площадь. Да, я думал, что она большая, но не настолько. Пока никто не подходил, не предлагал продать место в очереди. Очередь заканчивается, наверное, в граничащей с Италией стране. А, так. Вот конец очереди, оказывается. То есть он здесь изгибается. Ну, на сим прощаюсь.